оказавшись на лечении на больнице на Покровке по поводу воспаления легких. И хочу сказать огромную благодарность всему обслуживающему персоналу, врачам за ту атмосферу, которая здесь спокойная, профессиональная, внимательная, настолько врачи жертвенные, настолько медперсонал жертвенен, настолько у них между собой понимание. Я просто удивлена, я даже не ожидала, что вообще вот в нашем Смоленске сможет быть такое как бы обслуживание, такое отношение, такое лечение. Я искренне говорю, просто до слез благодарна. Все жалобы принимаются, на все жалобы реагируются, работают узкие специалисты. То, что было несколько даже лет назад, какие-то проблемы, все проверяется, все диагностируется. Огромная благодарность заведующей, кто этот коллектив организовал. Настолько у них между собой понимание, от врача до те, кто будет полон, санитарочек. Настолько все просто, профессионализм сестер, настолько слажено, качественно все делается, быстро, без суеты, без паники, все четко. Огромное благодарение. Крылова Наталья Александровна.